что можно подарить парню, мужчине на день рождения – универсальные подарки. Надвигающийся день рождения парня – настоящее испытание для девушки, нужно подготовить подарок, придумать поздравительную программу. И, конечно же, эффектный вечер, завершающий чудесный день. У вас возник вопрос, что можно подарить парню на день рождения. Мы приведем более 100 идей, чем порадовать любимого, а также завоевать еще больше его расположения. Почему 100 идей? Да, потому что на каждый возраст, на каждый образ жизни, свои подарки и универсального решения, конечно же, нет. Мы предлагаем распределить подарки по возрастам, а также по интересам. Это вовсе не значит, что если вашему парню 20 лет, вы не можете выбрать ему подарок из категории 14-18 лет, ведь тут также идет привязка к интересам молодого человека и, главное, хорошая идея. Также при выборе подарка стоит учитывать такой фактор, как полезность подарка. Ну, для нас, девушек, это совершенно непонятный критерий. Мы же любим красиво, дорого, эффектно, романтично. А у мужчины главный критерий – полезно, и второй критерий – интересно. Итак, отбросим все лишнее и перейдем к основному перечню категорий, что можно подарить парню на день рождения, техника и это вовсе. Не новенький iPhone, хотя и он имеет право на существование в этом списке. Тут и бытовая техника, и рабочий инструмент, да-да, он может прийти в неистовый восторг от какой-то дрели. А также фото и видеоаппаратура, вещи или услуги для его хобби, экстрим и все, что с ним связано, уникальные сюрпризы, подарочные сертификаты, простейший вариант, но имеет право на жизнь, предметы гардероба, обувь и стильные аксессуары, драгоценности и оригинальные украшения. Что можно подарить парню на день рождения, возраст 12-15 лет? В этом возрасте о дорогих подарках речи быть не может. Во-первых, это еще не тот уровень отношений, во-вторых, в этом возрасте люди еще не способны целиком и полностью оценить стоимость вещи и больше обращают внимание на модно, популярно, вау, круто. Для этого возрастного периода можно выбрать интересный гаджет, оригинальную флешку, модные наушники и так далее. Помимо этого вы можете выбрать вещи или услугу по интересам парня. Если возник вопрос, что можно подарить парню на день рождения, сначала подумайте или составьте список того, чем он интересуется, что любит. И отталкиваясь от этого, делайте окончательный выбор. Что можно подарить парню на день рождения, возраст 16-18 лет. Превращаясь во взрослых мужчин, парни начинают активно следить за своей внешностью, ценить интересные предметы гардероба и оценивать стоящие вещи. Это тот период времени, когда можно начинать дарить ремни и кожаные сумки, оригинальные футболки и стильные браслеты. А с 18 лет открывается еще одна возможность – подарки и эмоции на экстремальные виды спорта. А вот если в ближайшее время в город приедет любимая группа, билеты на концерт – один из лучших способов порадовать своего парня на день рождения. Не забудьте купить билеты на себя, чтобы испытать неповторимые эмоции со своим любимым. Что можно подарить парню на день рождения, юбилей 20 лет? Этот возраст выделили в отдельный раздел, так как это день рождения действительно особенное и запомнится на долгие годы. Хотите занять кусочек памяти своего молодого человека? Подарите парню оригинальный подарок, который действительно будет с ним в течение жизни. Это вовсе не значит, что подарок должен быть дорогим, но он должен быть оригинальным или феерично эмоциональным. Для подарка вещи подойдет ювелирное украшение. Это может быть как золотое украшение, так и оригинальное серебряное, возможно с именной гравировкой или изображением тотема, знака зодиака и так далее. Также достойным подарком в этот день могут стать диск, мяч или другая вещь с автографом кумира парня. Ценителей творчества может заинтересовать картина, а если девушка мастер в каком-либо виде хендмейда. Творческий подарок приветствуется, но только в том случае, если он совпадает с интересами парня и претензией на долгосрочное использование. Например, комплект шапки и шарфа отлично подойдет на любой из праздников, кроме 20-я, но если они дополнят украшение, это станет отличным вариантом. А вот шикарный торт с изображением парня или креативным украшением – отличный способ поздравить любимого. На 20-летие подарок эмоция может стать лучшим подарком, но только в том случае, если парень действительно мечтал о немецком. Желанный сертификат на прыжок с моста, годовой сертификат в престижный фитнес-клуб, прогулка на воздушном шаре или полностью организованная вечеринка-сюрприз в оригинальном месте.
Эмоции – это то, что никогда не потеряется и будет храниться в памяти долгие годы. Что можно подарить парню на день рождения, возраст 21-30 лет? В этом возрасте появляются постоянные привычки, статусная работа и непревзойденный отдых. Да и девушки, начиная работать, могут позволить более интересные подарки. Из вещей все больше актуальны дорогие рубашки, стильные галстуки и кашмировые свитера. Также парень в этом возрасте способен оценить хорошие часы, кожаный кошелек или сумку, а также если вы настолько близки, что можете себе позволить такой подарок, дорогое нижнее белье и обувь. Для того, чтобы дарить обувь, нужно знать размер, полноту ноги, вкус и так далее. Ювелирные украшения – хороший способ увековечить этот день в памяти парня, но стоит тщательно подобрать данную категорию подарков. Так как, с одной стороны, это должно быть модное украшение, с другой стороны, универсальное, которое можно будет носить долгие годы. У парня уже есть авто. Гаджет в автомобиль может стать желаннейшим подарком. А для геймера можно подобрать один из тысяч гаджетов, они обязательно найдут свое место в пространстве вашего парня. Что можно подарить парню, мужчине на день рождения, возраст 30+. У вас парень возрастом 30+. Что можно подарить парню на день рождения в таком возрасте? Нужную вещь, желанную вещь или вещь, без которой он не сможет существовать, но пока и не мечтает о ней, конечно же, эмоции. Теперь детальнее, мужчина старше 30 лет оценит презент одежду, но только если она соответствует его стилю, ему наверняка понравится. Кож-галантерея в виде визитницы, портмоне или сумки. Но придет в восторг он не от нового галстука, а от удочки, если он рыбак, универсального рюкзака, если он турист, от крутых кроссовок. А для того, чтобы знать, что он хочет, его нужно слушать. Мужчина достаточно часто говорит о своих планах, мечтах, пожеланиях, но только тогда, когда его слушают искренне. Теперь касательно эмоций, это немаловажный факт для тех, кто ценит и хочет сделать отношения крепкими и надежными. Организуйте общее время, отправьтесь в совместное путешествие. Это может быть как тур за границу, так и путевка в другой город. При этом организуйте время так, чтобы интересное времяпровождение включало и романтические моменты, и интересные с точки зрения мужчины места. Например, если он поклонник футбола, отправляйтесь в путешествие, где будет заодно и матч футбола, билеты приобретите заранее. Какие подарки нежелательно дарить парню, мужчине на день рождения, подарки табу? Большинство молоденьких девушек на вопрос, что можно подарить парню на день рождения, отвечают просто «себя», «свое время» и тому подобные ответы. Девушки, помните, вы не вещи, и себя подарить просто невозможно. А соответственно парень, получив такой подарок, будет понимать, что вы его вообще не поздравили. Поэтому табу номер один – никогда не дарите подарок себе, даже если к этому добавляется пикантный вечер. При этом дополнить основной подарок пикантным вечером с собой приветствуется. Банальные подарки, особенно наборы из супермаркетов и каталогов, а также фотоальбомы, статуэтки и прочая ерунда, которая, скорее всего, не нужна не только вашему парню, а и всем мужчинам на этой планете. Романтические подарки, которые будут служить для вас. Итак, представим, вам на день рождения парень дарит диван в свой дом, даже не к вам домой. Вы хотели телефон. Какая глупость, ведь на диване вы будете сидеть, обнимаясь и улыбаться на ту самую картину, на которой изображены вы вместе, а вы ее подарили по совету одной из подруг, это ведь так романтично. Закрывающая круглая скобка точка. Ну а если серьезно, для романтических па есть день знакомства, день начала отношений, да и 14 февраля, наконец. А вот на именины ваш парень наверняка хочет получить вещь индивидуального пользования, о которой он действительно мечтал. Подарок по принципу «что-то в дом». Этот тип подарков кардинально отличается от подарков машину, в мужском восприятии это совершенно разные отрасли жизни. Хотя, признаемся честно, мы девушки тоже не любим этот тип подарков. Подарок еда. Если это шикарный трехъярусный торт, стилизованный под именины, любимое лакомство, приготовленное лично вами, отличный способ удивить любимого. Но дарить любимому ужин можно только в том случае, если это является дополнением к основному подарку. Что можно подарить парню, мужчине на день рождения, 100 идей индивидуальных подарков. И в заключение приводим список из 100 идей, что можно подарить парню на день рождения. Выбирайте ту идею, которая ближе к интересам вашего мужчины.
Идей, что подарить парню на день рождения браслеты золота или серебра, бумбокс или колонки к ноутбуку, прыжок с парашютом, печатка или перстень, фляжка с рюмками, прыжок с веревкой, золотая или серебряная цепочка, дорогой алкоголь с набором рюмок, бокалов, стаканов, день в аквапарке, кулон или крестик, сумка для ноутбука или чехол для планшета премиум серии, прогулка на вертолете, кукурузники и так далее, зажигалка, часы, прогулка на воздушном шаре, очки, хамелеон, видеорегистратор в машину, прогулка на квадроциклах, визитница, органайзер в машину, прогулка на велосипедах на длительное расстояние, портмоне, GPS, навигатор в машину, сплав на байдарках, зажим для денег, электронная книга, прогулка на яхте, катере, сумка или рюкзак, MR3-плеер, тур на море, шарф и шапка, дрон с камерой, тур в горы, кожаные перчатки, вертолет на управлении, тур на курорт, ремень-планер, турне по Европе или в страну мечту парня, туфли, столик для завтрака, постель, круиз, рубашка, пылесос для автополет в аэродинамической трубе, галстук, рашгарты, штаны, проулка на лошадях, костюм, аксессуары для ружья, антирадар, машину, спортивная одежда, снасти для рыбалки, дорогая ручка для парня, работающего в офисе, трендовые кроссовки, спортивное или туристическое снаряжение, книгу для любителя чтение, именная одежда или одежда с уникальным рисунком, щеточка для пупка, у кого есть все, барбекю или набор для шашлыка, дорогой нижнее белье, картину с его портретом, оригинальную подушку для дивана, духи или туалетная вода, арт-объект с интересующей его темой, оригинальный держатель для книг, телефон, фитнес-трекер, шоколадное оружие, черепы и так далее, планшет, зонт, автомат, раскладной стул для туризма, фотоаппарат, ортопедическая подушка в машину, палатка для экотуров, камера или экшен-камера, массажный коврик или подушку в машину для водителей, майнбокс, коробку из дерева можно открыть только ломом, внутри много мелких подарков. Оригинальная флешка, чашка с подогревом для офиса, фотокнига с его фото, наушники, подставка под ноутбук с охладителем, книга «Блокбастер», в которой он главный герой, медиаклавиатура, оригинальный кактус, городской рюкзак с антиваром и аккумулятором для заряда телефона, именной чехол на телефон, ящик для хранения инструментов, барометр, каким его изобрел великий Фицрой, винчестер, органайзер для запчастей в машину, головоломка для взрослых, портативную батарею, оригинальная обложка для паспорта, машинки, трансформеры на управлении. Понравились наши идеи? Спешите приобрести, ведь хороший подарок по хорошей цене нужно еще и найти. А в заключение приводим видео с вау-идеями для подарков. Больше подарков смотрите в статьях, что можно подарить парню на 14 февраля, 30 лучших идей, список 100 лучших оригинальных подарков парню, мужчине на годовщину отношений, список идей, что можно подарить мужчине, 100 лучших идей подарков мужчине, парню, подарки на Новый год, родным, друзьям, коллегам, клиентам, идей, список, фото.